Испанский «Реал» и английский «Ливерпуль» стали первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана и в ответном матче в гостях были сильнее французского «Пари Сен-Жермен», победив со счетом 2-1. Интригу в этом противостоянии на 52-й минуте матча снял португальский форвард Криштиану Роналду ударом головой, замкнувший передачу с левого фланга. Хозяева вскоре отыгрались усилиями Эдинсона Кавани, но последнее слово все же было за мадридцами. Точку в игре поставил Казимиро. В соперничестве Ливерпуля и Порту все было решено еще 2 недели назад, когда английский клуб разгромил соперников со счетом 5-0. В ответной встрече на своем поле команда Юргена Клоппа довольствовалась ничейным результатом.